Привет. Сегодня суббота. У нашего города день рождения, но праздников никаких проводиться нигде не будет мероприятий. Поэтому нет смысла было куда-то идти, что-то смотреть. Раньше так интересно было. И в парке Шевченко, и на набережной, и в центре, на центральной площади проходили там такие мероприятия. Там и девочки с барабанами шли тур-ту-ту-ту-тум. И всякие там и танцевальные конкурсы были, и там конкурсы детского рисунка, там и всяких поделок. Шут, ты слушаешь, что я говорю? Нет. А сейчас, конечно, разные там продавали вещи, вязаные, там глиняные, деревянные. Ой, мне очень нравилось. Сейчас ничего этого нет. Значит, обыкновенный день, такой же, как вчера и позавчера. Да. День вроде бы и солнечный, можно было бы погулять. Но тоже вот тревоги, тоже, как говорили, мало ли что в этот день может быть. Поэтому рекомендовали вообще всем особо никуда не двигаться. Ну, может быть, только если вечерком куда-то сходить, чуть-чуть, недалеко от дома прогуляться. Ну что, к вечеру можно немножко прогуляться. Мы приехали на Левобережный. Красиво вечером тут, когда магазинчики с подсветочкой работают. Пройдемся, посмотрим, да? Когда в чужом месте где-то бываешь, все интересно. Это когда живешь, уже вроде все знакомое. А когда здесь редко-редко бываешь, так и то интересно посмотреть. Ну, магазины сейчас многие уже закрыты, вот с одеждой. Ну да, тут какая-то была открыта, там интересную там увидела тоже и кофточки. Тут вот нижнее белье, там домашние напивфабрикаты, мясо, овощи. Здесь, я понимаю, рынок. Здесь рынок. Как-то я когда первый раз здесь как-то прошлась, искала рынок, так я 2 раза прошла мимо, даже не подумала, что там может Ну быть да, рынок. оно так Я думала, ощущается, что оно это в вообще каком-то какой-то, углублении даже думала, обязательно. магазин может быть какой-то, даже не подумала, что там рынок. Как-то думаю, а ну-ка загляну, что там в углублении. Захожу, там рынок. Думаю, первый раз такое вижу. Ну да, у меня получается как первая какая-то красная линия идет Магазины, да. магазины, да, а он получается за ними находится, и такой вход не сразу и О, заметишь. смотри, этот вот этот Канцтоваров. Концерт. Да, Канцтоваров, это огромный магазин. Их уже целая сеть по городу. О, как я раньше коровок собирала. Сейчас уже мне коровок не интересно. Прошла уже волна на коровки. Что тут еще? Шампура, Мясо все. мясо. А, так там, наверное, шашлыки уже жареные продаются Ну, даже. всякое, да, там и аксессуары. Нет, так там прямо и мясо, вон, да, жареное. Вон. Видишь? Конечно, на массивах всегда лучше. Вот всегда магазинов полно. А не то, что, допустим, люди, где живут в частном секторе, так там ни магазинов, ничего нет. Надо куда-то ехать, надо куда-то идти. А, конечно, жилмассивы у нас снабжены, в принципе, все хорошо. Вот на каком ну, люди не живут. Я вот когда жила на Победе, правда, это было очень-очень давно. О, мне оттуда не хотелось уезжать. Но что делать, так жизнь сложилась. Так что тут как мини-городок. Можно отсюда никуда не выходить. Все, что надо, купил. А если тут еще и работать где-то на районе, так вообще красота. Правильно?
Ну, здесь свои народные гуляния проходят у людей. Мы идем по аллейке. Здесь, конечно, освещение не очень. Ну, сейчас туда придем, там какие-то... А, там опять вот эти вот шарики, да? С лампочками, которые блымают. Вот, вот так вот, если приблизить, то видно. А так люди где-то на травке возлежают, возлагают. Возлежат. Возлежат. Никто ничего не возлагает. Себя возлагают на покрывалах. Пори руку. Это, кофе можно купить. Да, тут освещения, конечно, не хватает. Если взять вот как у Пассажирского, да, да, то там вообще там все это все светится, куча освещения. То здесь, конечно, людей много, да, все гуляют, но как-то вот света не хватает. Сварились, вас все устраивает, и поляков, наверное, тоже. Скажите им. О, игрушки продают, смотри здесь. Ух ты, а что это такое? А, это, наверное, вот эти летающие, да? Который вверх. Да, это, наверное, то, что... Или нет. В общем, какие-то... Блымалки. Ой, какая прелесть. И я хочу себе что-то. И я себе что-то хочу. Я вот такого шарика все время хочу. Идиом. Или маску. Давай мне вот эту маску. Вот эту маску хочу. Идиом. Ну что, блин, какая красивая. Куколки. Куколки, игрушки продают. Пёсели бегают. Люди ходят. Не, здесь хорошо. Вышел из дома, у тебя хоба, прогулочная зона. Не так, как у нас. Выйдешь, и темнота, да? Беседка. Там водичка. Бювет. Да? Бювет. Да. А что, она постоянно бежит, водичка? Нормально. Прикольно. Классно. Еще будут теплые дни, да? Ну, да, еще, по-моему, во вторник даже 27 будет, потом уже до 24 понизится. Ну, то есть тоже, в общем-то, тепло. Ну да, тепло. Ну, то есть еще можно в летних одеждах ходить. Уже на пляж, наверное, не походишь, хотя, может быть, смелые еще ходят. Ну, я уже все. Да там уже тоже. То цветет, то не цветет. Днепр, то он холодный. Пиво. Пив, бочка. Тут магазинчиков прошли мы полно разных всяких. Очень хорошо можно вот так вот и то, и то, и то вкусненькое купить. А вот еще пиво и рыбка. И очередь даже. Что тут? Колбасный ярмарок. И опять пиво. Бир шоп. Тоже третий подряд, да, проходим пивной? Ну, здесь, по-моему, да. Да. Вообще, их тут даже уже, я не знаю, да. Сколько, я, наверное, десяток, если не больше. Это вообще сколько их тут пивных. И аптек. Пивные ларьки. Нет, и аптеки, да. Конечно, это не Титова, прямо скажем. Ну да, да, Петриківка, это... фермерская гастрономия. Титова — это аптечный район номер один. Ну да. Не знаю, есть еще где-то в городе такое сосредоточение. На Титова, да, больше всего. Аптек на квадратный метр, да. Так, здесь АТБ, шаурма. Цветочки бабушки продают. Так, там одна аптека была, здесь четыре подряд. Медсервис. Там просто еще одна не горит. Там еще какая-то. Он зелененькая. Фин... Петушар.
шара. Ну, типа на шару. Ага, ну, почти даром, да. Ну, зато пришел и так начинаешь выбирать. Ага, там дешевле, там дороже. Выбрал, купил. Детская такая зона. Там в сеточку детки залазят. Лазят, прыгают. А вот тут, смотрю, в ряд несколько качелей. Может, пойдем покачаемся? Ну, вот такая вот у нас прогулочка вышла, да? Да. Приятненькая. Здесь тротуары. Я, наверное, буду сюда меняться, на Левобережный. Да? Да. Наверное, свою квартиру сюда поменяю, на Левобережный. Осталось только себя кому-то в рабство продать, чтобы за это денег дали. Хотя кто меня возьмет? Потяганную уже, бэушную, секонд-хенд. А свою квартиру я могу поменять, только мне хватит на одну кухню здесь, на Левобережном. Ну, не скажите, да. Не скажите. А ты же думаешь, на однокомнатную может хватить? Я думаю, что если сейчас ее выставить, особенно сейчас, если зимой, то и что? Сказать, что в этой квартире свет последний раз пропадал в ноябре 22-го года. А, ну да. Я думаю, она пойдет за хорошие деньги. Во-первых, у меня колонка. У меня всегда горячая вода. У меня всегда горячая вода. У меня всегда свет. Ну да, по сравнению с другими квартирами, у меня квартира на данный момент элитная. 15 часов. Да. То... Да, это да. В холодильнике не пропадают продукты. Все время есть свет, все время есть интернет. Это да. Вот слово совсем. Да. Так сам что... район как бы не очень, и квартиры, дом не очень. Хорошие и, времена, да, может и ремонт требуется, бы, а да. Сейчас очень даже... Ну, все это мелочи, да, и ремонт, и все остальное по сравнению с тем, что есть свет, горячая вода, интернет. И вообще у меня в квартире теплее, чем в других квартирах. Ну, а кирпичный вот, дом? Вот кирпичный дом. Да. Вот у мамы, у моей панельной, у нее всегда холодно. А у меня намного теплее, чем у нее. Намного. 25 у тебя зимой. У меня зимой 25, а у мамы 18. Вот, пожалуйста. То есть, ты... и там пятиэтажка, только вот, пожалуйста, у нее панельная, а у меня кирпич. У меня полметра толщина стен. Полметра, 50 сантиметров. Так что ты не преуменьшай достоинство своей квартиры. Ну да. Так что все, меняюсь сюда на Левобережье. Буренку свою не продам. Вот сюда, например, вот в этот дом. Вот в этот дом, например, поменяюсь. Вот тут, чтобы рядом генделек был. И не будет у тебя ни горячей воды. Ну, зато я смогу выйти прогуляться. Да, ни света не будет, ничего. Да, ну, буду выходить, зато красиво гулять, вояжировать. Так, ну все, завершаем прогулку. О, а куда эта наша машина уехала? Тю. И что, увели? Да, мы только сесть хотели. Тю. Ну, он сейчас, наверное, круг сделает. Потерял нас, наверное. Ну, ладно. Забыл нас. Ну, ладно. Сейчас помаячим, вернется.